Всем добрый вечер. Кому-то добрый день, доброе утро. Или спокойной ночи, нет, да? Не надо спокойной ночи. Ночь только начинается. И эфир начинается. Девочки, здравствуйте. Это идет джинсовое платье, можно как кардиганчик. Джинс, стретчевый джинс, девочки, тянется супер. Смотрите, как модненько стилька. Длина французская, девочки. На Марине одет первый размер в серии, две штучки, единичка и двоечка. Объем у Мариночки нашей, рост 1,60 м, объем груди 114 сантиметров, талия 98 см и бедра 122 см. Также заметьте, у нее очень хороший стретчик. Стретч очень хороший, серьезно, мягкий, тянется очень хорошо. Джинсовочка такая, очень приятная, очень красивая. Рукавчик сделал очень красиво, смотрите. В стиле сафари и длина. Самая актуальная длина сейчас для весны. Под ботиночки, под сапоги, что очень классно. Пожалуйста, наша следующая моделька. Девочки, это тоже идет джинсовое платье. Можно как кардиганчик девчатам. Здесь заклепки расстегиваются, смотрите. Хоп! И ножки можно показать. Да. Здравствуйте снова, добрый вечер. Девочки, как мы вам обещали, каждый день будем товар получить и каждый день будем вам эфиры сделать, новые коллекции будем показывать вам. Это тоже джинсы, ну и здесь идет тенсел, джинсовый хлопок, девочки, такая тоненький, хороший весенний товар. Есть две накладные карманчики, полностью расстегиваются с клепками, капшон удобный, есть утяжки. Есть боковые разрезики, форма идет легко, трапеция. Большое спасибо за приятные отзывы. Я думаю, вы успеваете сделать скрины. Да, Мариночка присоединилась к нам. Мальчики показывают, я рассказываю, Марина демонстрирует. Супер команда. А вы заказываете? Осталось только крылья вперед. Девочки, это пыльник. Смотрите, конверс джинсой, сочетание, девчата. Объем, это супер баталы. Очень оригинальная вещичка, сочетание. Вот смотрите, как ее создали, ткань конверс. Это идет картон хлопок такой, очень с вискозой. Три качества в одном. Здесь у нас идет вот джинсовка. Также показываю, боковые карманчики есть. Стандартный капюшончик. Спинка тоже очень интересно, заметьте, тоже очень интересно сделано. Мне очень нравится. Смотрите, оригинальненько сделано. Также на подоле, заметьте, есть утяжечки. Можно уже пофантазировать, сделать бочонком, стиль боку, как хотите, можете сделать. И также свой оригинальный замочек на конце. Качество очень приятное. Сразу скажу, здесь есть... Стретчик немножко сразу скажу, если у вас танчик. Делаем скрины, мы ждем ваших заказов. Да, это плащ. Комбинированный с джинсой. Это платье спорт шик. Смотрите, какое модное, стильное. Рукавчик необычный. Девчата, смотрите. Рост у Марины 1,60 м. Кнопочки рабочие или имитация? Рабочие. Рабочие. Все, карманы есть. На всем карманы. В серии две штучки, единичка и двоечка. На Марине самый маленький. Сегодняшних новиночек. Очень оригинальная вещь. Девчата, мне серьезно очень понравилось. Сочетание черного и белого. Очень классненько. Сразу начну. Очень интересно сделан рукавчик. Сразу заметьте, с него начну. Вот смотрите. Вот такая идет у нас стоечка. Оригинальный замочек. Качество безупречно. Супер качество. Вам скажу, шикарно. Вот я щупаю. Вообще просто прелесть. Также есть, смотрите, эластанчик, вот смотрите, есть все, все есть. Боковые карманчики сбоку, потому что клиент, когда одевается, спрашивает, карман есть, сразу все карманы ищут. И очень подолочка оригинальненько сделан, смотрите. Смотрите, очень оригинально подолочка сделан. Все на кнопочках, видите, с двумя пальчиками открывается, смотрите. Размерчики сразу учтите, размерчики большие. Спиночка вот такая, вот смотрите.
Девочки, шикарная вещь, мне очень понравилась. И в серии всего лишь две штучки. Девочки, это платье из сжатой плащевочки. Смотрите, какое оно идет. Прям воздушное, наверное, да? Да, да, вообще приятное, супер. Легкая, воздушная. Плащевка, ну как марловка. Сжатая плащевка. Как марловка ткань, вообще очень легкая, тоненькая, хорошая ткань. Спортшип, двойка макси платья, под длине. Идет ярусами называется, да? Да, ярусами. С ярусами. Красота в кадре. Три четверти рукавчик можно еще укоротить. Я себе нашел вот мой фаворит модель в этом году. Идет пластик. Ты как фокусник, из кармана достает, и из кармана достает раз и две вещи. Базовая основа — это вискоза, очень приятная к телу. Хорошие размеры. Кто-то, если не хотят с базовым платьем одевать, например, можно вообще и так одевается, будут кусочки. Без кусочка, пожалуйста. Ну, кто-то хотел. Будет все целое. Спасибо. Ну, хотят, не вредно. Делаем скрины. Подожди, я поправляю, так красиво вышло от скрины. Посмотрите, какая красота. Ждет вас. Платье у нас три штучки в серии? Нет, две штучки. Девочки, это платье шифон. Что ты? Ты говоришь три штучки? Две сказал. Смотрите, какой мой. Я тут распиналась, что в фабрике две штуки в серии. Взять, девочки. Смотрите, как стильно. Марина, новая, ты красотка, тебе идет. Про цену пишите нам, или WhatsApp, или Instagram, или Вайбер, Телеграм. Девчата, также есть расцветочки. Честно скажу, вообще супер платье, мне она очень понравилась. Почему без кусочка? Она тоже осталась в очень ограниченном количестве. Вообще шикарно, просто прелесть. Здесь я вам скажу, здесь у нас идет вот такой шифон. Тоже двойка, ты тоже фокусник? Нет, в серии две штучки. Нет. Единичка и первый. Очень оригинально сделано. Здесь, смотрите, сразу вот так покажу. Здесь у нас идет базовая идет, смотрите, сарафанчик. Все натурально. Это вискоза. Летняя, уже не зимняя. Это шифончик. А также вам покажу, есть вторая расцветочка, то, что сейчас Марина одевала. Тоже очень красивое сочетание, девочки. Вообще шикарно. Честно скажу, девочки, супер платьечко и осталось пограничное. Можно сказать, французский нарядка. Посмотрите, и нет, вот изысканное, вообще, элегантное, шикарное платье, еще и модное, да, и больших размеров. И две штучки. Мариночка, вы очень приятная девушка, спасибо за показы. Хочу к вам, хочу все, хочу, прилетайте, очень рады будем. Ой, я бы сказала, но промолчу, так, ладно. Почему без кусочков? Потому что либо полностью... Либо кусочки не надо. Девочки, это платье шифон, смотрите, в горошек. Всегда модное то, что в тренде, девочки. Двоечка тоже под юбки есть. Мы показываем только то, что производим сейчас. И то, что есть в наличии. Честно скажу, без комментариев, даже не знаю, что сказать. Вообще оригинальненькое платье, вообще очень красиво смотрится. На черном фоне белый горох, с этим красным поясочком, смотрите, вообще шикарно. Сочетание трех цветов, белый, черный, красный, это самое красивое сочетание. Здесь у нас идет, смотрите, шифончик, очень приятный шифончик, мягкий. Рукавчик вот таким макаром сделано, точной рукавчик, вот смотрите. Подолчик очень красиво сделан, смотрите, размерчики большие. А также вам скажу, есть внутри, опять же, базовый вот он сарафанчик внутри, тоже натуральный. Точнее, очень красиво на плечах сделано, смотрите. Срочно отложите горох Белли, срочно. Белочка, в какие, вот этот вот? Белочка, честно скажу, на видочка, мне очень понравилось, вообще очень красивая. Черное, белое, красное сочетание, вообще. Пять секунд, замри. Белла, фотографируем модели, завтра не будет. Мы не говорим стоимость, потому что только получили товар. Мы его видим в первый раз, как и вы. Целое утро я расписываю цену, ребята делают, забирают заказики. А потом
Мы идем и ведем вам эфиры, чтобы вы могли увидеть то, что у нас есть, потому как вы к нам приехать не можете. Поэтому стоимость мы сейчас реально не знаем. У нас для этого есть люди, продавцы, касса. Девочки, это сарафан двоечка. Смотрите, внизу идет маечка. Покажите гипюровые спортивные костюмы. По входу пьесы они закончились. Сарафанчик. Нет, это двойка. Хоп. Не сарафанчик. Двойка. Вы помните красивую кинокомедию «Бриллиантовая рука»? И шорты превращаются, и штаны превращаются, превращаются. Раз, и сарафанчик у нас. Кофту на заднем фоне в полоску. Сейчас покажем. Можно, конечно. Пожалуйста, пока Мариночка переодевается, вот там сзади в полоску кофта на заднем фоне. Покажи, пожалуйста. Я попозже покажу. Стой. Скоро Марина одевается. Сарафан тоже для Беллы. Я комментирую сразу, чтоб никто не забрал. Белла, ты прямо на прямом эфире пиши свой заказ. А будем идти по дороге, соберем в Ахапабе вниз. Все? Молодежно, стильно, шикарно, модно. Девочки, смотрите, какая модненькая, стильная кофтюлька. Спортшик, девчата, очень модно, стильно. Смотрите, под юбку, можно под брюки, можно под джинсы, можно под классические брюки. Хоп, и еще а также сюрприз. У нас есть в черном цвете и в белом цвете. Вот смотрите, очень классная вещичка, очень красиво смотрится. Задумка очень классненькая. Здесь у нас идет вискоза трикотаж. Вот такой, смотрите, карманчик необычный. Так что, заметьте, и брючки покажем. Можно будет и костюмчик сделать вот. Боже, как мне нравится, я тоже такую хочу. Очень классно. Сейчас еще сюрприз вам делаем. Ну почему на меня ничего нету? Спиночка анатомно идет. Сейчас мы ее еще и в костюмчике показываем. Вообще классно смотрится. Я же говорю, будем... Была согласна заказ и в эфире писать. Вы все записали? Горошек, платье, сарафанчик, дублирую. Поскольку пачек, пожалуйста, вниз будем спускать по дороге. Девочки, смотрите, эта юбочка трикотажная. Можно комплектик делать. Из-за этого я делала вместе с этой кофточкой. Здравствуйте, обязательно эфир сохраним. Трикотажная, стрейчевая, тянется на любой размерчик. Знакомый аккаунт. Настоящий клиент наш. И Аня, вот это все идет вам. по отдельности. Юбочка вообще шикарная. Вообще супер, девочки. Если вы сами ее увидите, оденьте, вообще просто прелесть. И сама вот отдельно идет вот кофточка. Вот смотрите. Черный тоже. Здравствуйте. Вы увидели ее в одетом виде. Как и мы сказали, есть отдельная вещь, которую можно сделать и в комплекте. И очень красиво будет смотреться. Вот смотрите. С белым. А также есть еще вот смотрите черный цвет. Здесь у нас идет вискоза, трикотаж. Как а также юбочка подойдет под все наши. Также здесь вот такая сделана резиночка получается. Здесь вот так наискосок. Вот смотрите, здесь сделано вот. Если одеть более классические рубашки, будет тоже юбочка идеально. Супер, юбочка все. Шикарная, очень мягкая. На да. других в этом виде вообще шикарная. Вот смотрите. Уверите, я за целый день так набегаю, что берешь, точно берешь, показываться вот вообще не хочется. Просто прелесть, серьезно. Эфир сохраним. Белла на нервах, звонить будет. Белла, никого нету, Пети нету, Марины нету. Кто тебе будет заказ собирать? Девочки, это туничка Пикассо, девчата. Смотрите, какая модненькая, стильненькая. Супер, смотрите, девочки. Очень красивая. Обратите внимание, очень много таких пышечек молодежи. У нас одежда на любой возраст. Эта туничка тоже с водничной партии, девочки, еще ни разу вы не видели. Пикассо, газетка, две накладные карманы. А карманы вискоз, даже не видно, представь, как интересно подобрана ткань. Вискоз с эластаном идет, впереди чуть-чуть, где-то 10-15 сантиметров короче, чем зад.
паховый зон впереди закрывается, и спинка закроется. Можно носить. Под толстые колготки тоже можно. Да под красивые уже. Уже весна, да. Уже кружевные. Кружевные колготки. Девочки, делайте скриншот, вообще оригинальные, очень красивые вещи. Супер, в этом году... Спортчик. Я скажу, в этом году коллекция радует глаз, я серьезно говорю. Я даже не знаю свое восхищение сказать. Надеюсь. Вам тоже нравится? Где наша красивая реакция? Дуничка, смотрите. Модненькая, стильненькая. Карманчик сбоку, девчата. Объемный капюшон. Смотрите, как интересно сделаны по-разному рукава. Звезда. Пленительного счастья. Звезда танцпола. А нет, звезда танцпола. Тоже опять же трикотаж. Девочки, заказ напишите на WhatsApp, не на прямом эфире. Ты, я пошутила, все решили. Девочки, про заказ, про ваши вопросы пишите нам в WhatsApp. Ну пускай пишут, какая разница, будем общаться. Девочки, я еще раз скажу, звоните, поработаем, подскажем, посоветуем, серьезно. Долго не думайте, на послезавтра, на потом не оставляйте. Честно скажу, девочки, не оставляйте. Так, Джамаля, Туркменистан, секундочку, Петр, личное обращение к вам. Петр, пожалуйста, добавьте к моему заказу 2 серии лифтового платья в горох. Джамаля, Туркменистан. Очень надо, пожалуйста. Джамля, ты напиши на WhatsApp, Мустафа, ответишь, что отложим, да. Девочки, просьба будет еще раз. Долго Джамиля. Не думайте, не откладывайте на потом. Не остается модели. Кто хитрее, тот быстро. Вот уже быстрее. Всех научили. Серьезно скажу, иногда обидно, вот хочу это, к сожалению, не остается, много клиентов. Вот на меня сегодня гадость написала клиентка. Мы работаем на 90 стран мира. Говорит, вы кого-то любите, а кого-то не любите. Даже Советские Республики, серьезно я вам скажу, так что заказывайте. Обидно, когда не остается, так что то, что встретит, тому и достанется. Именно в верхней одежде, девочки, один повтор будет. Шугри, покажи платье с лампасами черное. Сейчас, минутку. Черный с лампасом? Какой? Сейчас, минуту. Так, Мариночка, срочно перезвонить после эфира Марине Лео. Кто там просит? Ты не случайно? Мустафе написали. Еще раз вот это покажу. Не случайно не эту моделечку? Тебе не будем? Или то другое? Вот это с лампасиком, кто не видел, еще раз покажу. Ольга, это? Пишет да или нет? Вот это? Ну, которое вы показывали, да? Да, и прошлые, в эфирах вначале есть, если что, эфиры мы закрыли, там посмотрите. И второй вариант. Нет, широкое было. Вот это? Это? Наверное. Да, здравствуйте. Сокрыни сделайте, давай. Шукри, тебе вас. Большой привет. Привет, привет. Девочки, я просто хотел сказать мне, про это верхнюю одежду, один повтор будет, поэтому не оставляйте заказ. На завтра, на послезавтра, или на пятницу, или на понедельник. Потому что если товар не остается, вес станет без товара. Такие красота. Покажите, пожалуйста, полоску, рубашку. Платье там показали, человек же в обиде. Пока что. Шукри, я тебе покажу. Оставайся. Ага, нет. Марина, одевай. Там. Пойдите, Мариночка вам даже оденет. Марина, одевай. Да, скрины сделали, спасибо написали. Вам спасибо за отзывы. Девочки, смотрите, какая модная юбочка. Юбочка сама катоновая. Бомбер идет трикотажный. Смотрите, какой модный, стильный. Это костюм? Нет, это идет отдельное. Смотрите, идет юбочка на поясе, девчата. Я ее решила одеть с этим бомбером. Вот, смотрите, как модненько. Можно комбинировать, можно как хотите. Можно вместе, это я так сделала. Очень красиво. Сразу скажу, бомбер просто классный, серьезно, очень классный. Значит, у нас вот, смотрите, капюшончик есть она в черной расцветочке, да, скажу. Очень красивый есть зелень. Заметьте, сочная такая. Очень красивый зелень. Это тоже из сегодняшних новиночек, девочки. Трикотаж, вискоза, очень приятное качество. И, конечно, вот такой вот красивый желтый, смотрите. Да не желтый. Нет, это не желтый. Это кислотная горчица, сказать? Очень нет, это красивая расцветочка. Горчица, ядреная такая, что съел ложку, и глаза вылезли от слез. Вкуснее. Очень. Хорошо. Очень вкусно. Если вкуснее, хорошо. Желтый, зеленый, черный. Он не вообще оранжевый, а такой какой-то насыщенный. Оригинальненькая моделечка, все супер. Привет, это добрый вечер. Мы очень рады вас видеть. Бомбер. И перейду к юбочку. В черном цвете вы увидели.
апельсин на этот цвет пришел. Да, можно и апельсин назвать. Это идет у нас котом хлопок, тоже со стретчем. Впереди вот эти вот кнопочки все открываются. На подоле, если одеть сапожки, можно приоткрыть, чтобы удобно было ходить. Резиночка оригинальненько сделана. И также заметьте, очень красивые расцветочки. Супер. И видите, мы костюмчик сделали, вообще оригинальненько смотрится. Мариночка, давай нам под бурные аплодисменты по заявкам за... Девочки, кто просил рубашечку, вот полосочка, вот я вам одела, посмотрите, девочки. Она хлопковая рубашка, здесь как модненько. Здесь карманчик идет. Очень красивая, да. Ну, вертикальную полоску очень хорошей страны. Офис, шик. Шикарный красота. Офис, ну, можно. Зачем не можно? Там есть кошки под ромашками, вообще. И ближе покажу качество, моделечку ближе. Вот смотри, девочки. Да, карманчик вот такой. Пуговички вот до сюда открываются. Здесь, вот, здесь шнурочки можно фантазировать по-разному. Вот смотрите, спиночка тоже красиво сделана. Это у нас цветочки, но это идет вот такая вот, смотрите, с вышек гипировые вот такие цветочки, вот смотрите. И еще раз уточню, размерчик, смотрите, какие классные размерчики. И заметьте, полосочка вертикальненькая. Петя, пожалуйста, такой, чуть-чуть поближе. Спиночка. Мы же показали рубашку полоску. Это... И, она и там еще кошка есть. Там еще кошка есть, да. Двойная кошечка. Рукавчик тоже вот. Юбки покороче, сейчас увидим. Очень приятное качество. Кофточку одну серию, Ирине. Ириночка, скажите, пожалуйста, вот эту полосочку. И радует нас. Сколько? Девочки, это костюмчик, трикотаж джинсой. Смотрите, здесь рукавчик необычный получается, девочки. Там отдельно карманчик. Карманчик идет, вот видите, как ух ты. Накладные карманчики. Стильненько. За помада, за телефоны. Такие сейчас красоты. Такие айфоны, сюда даже телефон не поместится. Нет, телефон месяца туда, я как не месяца. Вискоз с эластаном, добавили тенсил ткань. Да, вискозочка, да, комбинированная с джинсой. Красота. Это у нас вот такой идет бомберчик, сам свой оригинальненький. И вот такой очень интересно сделан карманчик на рукавчике. Очень оригинальный, мне очень нравится, смотрите. Очень классно смотрится. Серии удобные. Единичка, двойка. Размер хороший, если вам удобно. Заметьте, высокая посадка. Высокая посадка. Талия идет оригинальные карманчики. Круглая резинка в талии. Убью руки. Внизу манжетик, тоже резинка. Ткань вот тенсил и вискоз обе с эластаном идет. Тянется отлично. Спасибо вам. Вам тоже добрый вечер. Всем привет, привет. И хорошей продажи. Девочки, это как кардиганчик, можно как платье. Смотрите сбоку, какой гипюрчик, модный стиль. Смотрите, девчата, супер. Ну, пожалуйста, ну давайте без стоимости, честно. Мы стараемся показать то, что получили. На многие товары цены действительно не знаем. Это не секрет, не тайна. У каждого своя цель. У нас цель показать вам больше моделей. Марина, ты вещь просто шикарная. Вообще. Смотрите, кружево на капюшоне, кружево по бокам. Ткань тоненькая. Это у нас что, штапель? Это вискоз с хлопками идет. Ну, шикарное просто. И платье, и туника может быть. И в халатном стиле, накидка может быть летом. Шикарные вещи, просто шикарные. Изнанки капюшон идет гипюр. Желтый цвет, не желтый, горчистый цвет утяжки. Дает объем спорта чуть-чуть. Спортчик, вертикальную полоску, спинка, вышивка, ромашки и сеточка, кусочки.
По поводу стоимости, пожалуйста, пишите продавцам. Боковые гипюш. Разрезики такая ажурная. А сейчас... Форма рукавчик. А сейчас... Цельнокройный рукавчик на любой объем. Платье безразмерное. А сейчас вас ждет сюрприз. Можно и день, и ночь сказать на этом? Что? Да, естественно, можно естественно. Можно сказать. И раз. Ромашки уходят влево. И идет наш сюрприз. Аккуратно не сбей. Ура! Это костюмчик. Смотрите, какой он модный. 3D, девочки. Здесь плечики можно отпустить, можно присобрать. Вы знаете, наши такие модельки. У нас были платьюшки, такие варианты. Смотрите, как модненько. Это костюм. Юбка и блюз. Блюзон идет как можно лодочка и можно как круглый воротник одевается. Они изнанки идет маечный ткань вискозы, сверху сеточка с накатом, такие с цветочками, гамма. Сейчас покажу, ближе качество покажу. Также блузочка. Это у нас идет сеточка, внизу у нее идет натуральная, вот смотрите, подкладочка идет, она сшита, не отдельно. Она тоже натуральная, с эластаном тянется. Это новые модели, только получили, сами первый раз значит, видим. Значит, получается, сами заметили, можно носить как и... Лодочкой можно носить открытый, можно и закрытый. А можно на одну сторону? Может на ту сторону? Закрыть, да. Можно, вам скажу. Класс! Марина, ты звезда в этом платье, костюме. Также юбочка, таким же макаром сделана. Очень красиво сделан подол. Здесь у нас тоже идет своя же натуральная. Мне уже смешно, да не могу. Она сшита, тоже зашита, она не отдельная. Это тоже очень хорошо. Тоже тянется и ластан есть. И сама расцветочка. Очень приятная такая освежающая расцветка. Супер. Делайте скриншоты, девочки. Сами видели ее. И еще здесь один секрет. Говорите. Юбка можно как лодочки сарафана одевается. Ну есть, да, тоже можно. Видели раньше у нас тоже. Вот таким макарчиком можно носить. Вот. Красота. Можно как и сарафанчики. Девочки, это костюмчик трикотаж. Смотрите, какой модный. Супер вообще, девочки. Мне тоже очень нравится этот костюм. Карманчики тоже есть. Высокая посадочка. Смотрите, какая ширина бедрышка. Да, это шифон. По поводу стоимости пишите в директ или при заказе продавцам магазин. Две штучки в серии? Конечно. Зайчик и кролик. Кролик? Да. Жареный кролик. Нет, костюмы продаются костюмами. И это тоже костюм. Мы рассказывали, что у нас у модели рост 1,60 м, объем груди 114, бедра 98, талия 98, бедра 122, извините. Не говори. Высокая посадка в ручки, антицеллюлит. В серии две штуки, работаем только оптом. Талия резинка, еще утяжка. Спортшик, кофточки расстегиваются на замка. Черно-белого цвета накат, 3/4 рукавчик, спущенные рукава. Есть боковые карманы. У кофточки тоже на лево и на право стороны получается это утяжки. Вот. Очень красивый костюм, такой интересно сделанный. Красота. Спасибо. Ваше время вышло. Девочки, это костюмчик, идет качество катон, девчата, полностью катон, стретчевый наш, тоже вы знаете, наши рубашечки катонные такие есть. Смотрите, как красиво, высокая посадочка, стильненько. Потому что нам работы оптом хватает, девочки, мальчики, поэтому розницу мы не работаем. К сожалению.
какому сожалению, с 8 утра до 9 вечера оптом, супер, выставляющую, да, розницу. Сами видели модельочку, в одетом виде, вообще тоже новиночка, вообще супер-супер оригинальная вещь. Сама расцветочка, модельочка, вообще качество, я вам серьезно скажу. Это идет котом хлопать, я вам поближе качество покажу, эластанчик. Качество на ощупь очень приятно. Сор, вот такой карманчик, кенгурушка есть, вот смотрите. Вот. Стоечка, вот такой вариантик, воротничок. Это у нас идет замочек. Вообще сочетание очень красивое. И вот такие вот брючки, они на манжетике, смотрите, высокая посадка, резиночка на поясе. Девочки, делайте скриншоты. Этот костюм вообще срочно отложить было, сказала. Супер. Было черный, девочки, или я этот? Я вижу, у вас тоже очень вкус хороший. Вообще, я когда увидел эту модельку, мне сразу она попала. Мне тоже понравилось, попала, очень красиво. А можно мне тоже понравилось? Тебе можно. Ну, присоединяйся. Спасибо. В нашу дружную компанию. Так, а, сарафан, платье горошек, костюм. Девочки, звоните, будем рады помочь, подсказать, делаем заказики. Как говорится, откроем сезончик, будем работать, будем помогать друг другу. Желаю. Марина, у тебя красивый цвет волос. Спасибо. Читаю комментарии. Как мы хорошо модели показываем. Марина, спасибо тебе. Этот отложить точно. Все, вижу усад. А смотрите, какой следующий тоже надо отложить. Однозначно. И к нам идет Марина. Девочки, здесь отдельно брючки, отдельно кофточка. Смотрите, какие брючки модные, стильные. Высокая посадочка. Супер. Сегодня у меня клиентка спрашивала пошире только брючки. Получили мы брючки, девочки. Только я подобрала к ней такую кофточку. Смотрите, как модненько, свеженько, весна. Айгуль хочет платье в горошек. Петя, как тебе идет джинса? Я знаю, красиво. Это джинса еще красивее. Девочки, сейчас я ближе покажу. Это мы свеженькое получили. Вообще оригинальненькая вещичка, очень классненькая. Смотрите. Очень красиво сделан подол штанины. Здесь сбоку резиночка. Сразу скажу, картон, джинса картоновая. Смотрите, какой пенсил. Селостана. Тянется. Сама оригинальная резиночка здесь, вот смотрите. Можно, как и отдельно, брать брючки. Также можно оригинальненько, сами видели, кофточку. Это назовем свитшотик. Тоже супер вещичка, очень оригинальненько сделана. Здесь, смотрите, задумка тоже очень хорошая. Сами заметили. Задумка хорошая. Сам трикотаж вискоза очень приятная. Я вам здесь сразу говорю, я в этом понимаю очень хорошо. И, конечно, танце, вот такой плов. И можно по отдельности сделать и костюмчики. Девочки, это тоже отдельно брючки. Вот смотрите, я тоже к ней кофточку подобрала. Смотрите, как красиво смотрится, высокая посадочка. Мы эфир обязательно сохраним, вы можете еще платье раз платье уже унесли, ребята, потому как мы показываем на другом. Эфиры сохранены, пожалуйста, в начале эфира посмотрите. Это все идет по отдельности, просто мы понимаем, что можно костюмчики сделать. Это у нас идет вот такая вот блузочка, тоже трикотаж вискоза, комбинированная станция. Там карманчик или имитация? Здесь настоящий карманчик, вот смотрите. А там имитация, да? Вот там здесь такая вставочка. Имитация, да, кармашка, да. Очень красивая. Ну, одна карман хватит. Сочетание очень красивое. Это у нас идет, вот смотрите, лузончик. А также покажу, вот смотрите, брючки. Вот смотрите. В стиле Пикассо. Джинса, тенсо. Тенсо. Опять же, стрейч очень хороший. На штанине сделано это не отворот, ничего, это вот такая как бы внизу вставочка. Между прочим, сами заметили, в одетом виде она оригинальненько смотрится лично. Если хочу, то быстренько берем. Ну, смотрите. Это все по отдельности, но просто подсказываем. Здравствуйте, здравствуйте. Класс, действительно класс, на весну, на лето шикарная джинса, вещи, ну, очень такие стильные, прям ух! Сейчас еще будет одна модель, мы комбинируем наши вещи, наш верх с нашим низом.
То, что сегодня мы показывали, все девочки, есть на это тоже идут брючки отдельно. Стоять ведь карманы. Джинсовые, чтобы подходило. Мы работаем только оптом. Розницы у нас нет. Смотрите, какая шикарная. А в брюках спрашивают, есть карманы? Сейчас я все покажу, это поблизости. Это у нас по отдельности идет. Мы вам просто хотели показать в одетом виде, как это можно составить две вещички, можно сделать костюм, комплект, и как это будет красиво все смотреться. Начну с брючек. Это идет у нас тенсел джинса. Сразу покажу. Сразу стретч хороший. Шикарный просто. Вообще качество и стретч. Вот это все. Вот они, вот смотрите, свои оригинальные карманчики. Очень красиво, заметьте, сделать рисунок. Вот эта вышивка, вот такой рисунок сделан вообще. Мне очень нравится, серьезно. Очень красиво сделано. Высокая посадочка. Привет, сама привет. Резиночка. Приветик, девочки. Добрый вечер. Кто нас только начал смотреть, кто заходит в эфир. И вот сам этот, у нас получается бомбер сам. Просто шикарно. Осталось всего лишь несколько серий. Поэтому, Белла, если эту модель не приобрели, пожалуйста, последние девочки, серии. Девочки, просьба, делайте заказы, потому что остается много моделей в ограниченном количестве. Herkese iyi akşamlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. İyi seyirler dileriz. Darkman ailesi adına satışlarımız toptandır. Kendi imalatımız Darkwin'i size sunuyoruz. Fiyat bilgisi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz ya da internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.darkmanshop.com. Teşekkür ederiz. Welcome to Darkman Live Broadcast. Darkman is a wholesale women clothes with worldwide delivery brand. For more information, you can contact us via WhatsApp or our website at www.darkmanshop.com. А также заметьте, девочки, брючки мы вам предложили, сами сейчас увидели на Марине в одетом виде, получили катоновые рубашечки. Вообще шикарно, очень много расцветочек. И очень хорошо сопоставляется с этими джинсиками. Джинсики вы увидели. А также мы сейчас покажем расцветочки. Петя, все брюки под твою рубашку. Белла прокомментировала. Петя тоже ничего, но только Петю мы не продаем. Так, и вот это идет... Он одна разбитая серия. Последний шлючок. Это у нас котон, хлопок, рубашечки и розеточки, зелень. Можешь не нахвалять, завтра утром не будет. Вот, Белла уже рубашки тоже хочет. Черный. Белая хочет. Супер моделечка, мне очень понравилась, очень можно красиво. А как же зелень, тоже шикарная. Все цвета, насчет цветов вообще. И можно не хвалить. Быстро показали, все равно завтра утром не будет. Шучу, конечно, девочки, кому понравилось, ждем заказы. Смотрите, я все подбираю под варианты джинса. Вот, как мой, можно делать капри. Можно подогнать, как я сделала вот так. Вы запомнили? Костюм, платье, горошек, сарафан, вот и белые рубашки. Я вот даже сбоку смотрю, на Марине одета вообще шикарно, оригинально. Все, честно скажу, вообще. И брючки сами, и сам вот жакетик, пиджачок вот этот, вот смотрите. Все со стретчем. Стретчи, смотрите. По скидке Петя? Нет, Петю по скидке нельзя. Вообще классная моделечка тоже. На спинке тоже вот такая имитация. Привет, привет. Смотрите. Хлопок, джинса. Потом увидите сохраненных видео. Супер смотрится. Да вот эти двоечки, что мы составляем, вообще супер. Я нашел здесь. Смотрите. Все открывается. Мы скрины сделали, ждем завтра заказ. И наша следующая модель. Девочки, это сочетание джинсы с конверсом. Смотрите, как это. Очень красиво вообще. Марина, ты звезда. Converse и Tencel комбинированная ткань. Она активная, пишет, пишите, вы, будем с вами шутить. Я всем говорю, давайте пообщаться. Обратная реакция же интересна. Это не рекламная акция, ни в коем случае. Белла наш постоянный покупатель. Вчера просто начали смеяться, на грязь спать не могу. И сегодня продолжили.
Видите, то обидеть успели, чего-то не хватило. Смотрите, эта модель делается уже. Молния рабочая, можно убрать пуговички. И буквально на несколько сантиметров. Поменьше делаются декоративки. Будет меньше, да. Две накладные карманы. Вот, вы, Ирина, говорите, Белла говорит, Марина, домой не уходи, пока мисс не отложишь мой товар. Понятно? И пуговка все расстегивается, девочки. И спинка тоже такая же форма. Еще раз покажем брючки. Напоминаю, у всех высокая посадка. Талия идет, резинка, боковик. И две штучки. И смотрите, какая форменная стильная юбочка, брюч. И сверху добавили сваровские камушки. Как заказать? Сделать фотографии с просмотров экрана, отправить нам в директ. Мы распишем вам стоимость. Потом вы пишете, это мой заказ. Отправляете фотографии. И мы делаем вам чек. А вообще, пожалуйста, пишите в директ, потому что у нас есть в Инстаграме целая статья. Я вам скину ее, там все четко прописано. Марина, ты не устала? Марина счастлива, видите, улыбается. Вот, смотрите, как вещи увидела, аж глаза горят. Это отдельно идут катоновые брючки. Это я сюда одела эту туничку. Брючками. Это двоечка, Марина? Нет, это гипюровая, да. Вот вы это спрашиваете. Первая двоечка. Внизу висконная тонечка, маечка. Маечка, рямочки, угу. Как обычно. Смотрите. Все вещи по две штуки. И брюки, и туники, и плащи, и спортивные костюмы. Фабрика, наш восьмой этаж, наше производство. Всех по две штучки. Скажу, какое уставшее, такое удовольствие, такое коллекция вообще, какое усталость, вообще радостно. Это у нас вот такая туничка. Поближе еще, пожалуйста. Сейчас я покажу. Это у нас идет, смотрите. Оригинальненький гюпюр, вообще шикарный, смотрите, вот девочки. Это катоновые вставочки. Изнанки майка. Внутри у нас идет, смотри, базовая своя майка идет. Базовая маечка идет, вот смотрите. Размерчик, сами видите, большой размерчик. Учтите, идет трапеция. Здесь спиночка таким макарчиком идет. Это у нас отдельная туничка идет. Шикарная, очень дорогой, да? Очень красивый, очень гипюр дорогой, смотрите. Поближе, 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 прям совсем, совсем. Сейчас я вот так ручку суну, чтобы было видно. Да, вот вообще. Оригинальный. Очень девочка. Красивый, очень. Это у нас идет отдельно туничка, просто как. Здравствуйте. Делали. И вот они, катоновые брючки, тоже новиночка. Это у нас идет катон-хлопок. Очень оригинально сделан. Здесь у нас идут боковые карманчики. На штанине, на подольчике у нас резиночка идет. Лампасик такой нежный, смотрите. И крупно нежный такой. И окантовочка на карманах тоже такая вот нежная идет, очень оригинальная. Катон хлопок. Вот, девочки, эти брючки в красном цвете, эти катоновые. Смотрите, как стильно смотрится. По многочисленным просьбам футболки, Белла, вам, смотрите, не достанется точно. Рубашки, шучу. Смотрите, расцветки белые, красные. Покажи, какая бока. Вот, смотрите. Ура, весна пришла, скоро. Желтый, коралловый, черный, зеленый тканосище, красный. И вот, белый. И белый. И вот под эти брючки, под другие брючки, черный цвет, красный цвет, и под джинсики даже можно подобрать, вот это сделать комплект. Видно, как они тянут. Супер вообще. Ай, шикарные расцветочки, смотрите. И сам вот этот вот вышивка очень красивая сделана. Мне серьезная девочка. Так, мальчики, стали в ряд. Рубашки, футболки. Я всем прощальный буду этот рассказывать. Большое спасибо, что вы были с нами. Очень был приятный просмотр. Ждем ваших завтра заказиков. Было очень приятно, что мы пошутили. Дай Бог вам всем хороших, плодотворных рабочих деньков. А мы от вас ждем заказы. Спасибо, что вы с нами. Удачных заказиков. И будем работать. Всем пока.